Добрый вечер, уважаемые, дорогие наши любимые телезрители. Всем добрый вечер и привет, Ксюша. Привет, Иван. Хочу сказать, что главная примета сегодняшнего дня, ты веришь в приметы, кстати? Только если в народные, хотя других не бывает. Конечно, главная народная примета сегодняшнего дня, я даже зачитаю, чтобы не ошибиться. Если этот день теплый, то зима будет теплая, если холодная, быть и зиме морозной. Ну, я больше доверяю прогнозам погоды. Хотя особенно бы нас, вчерашним. Особенно, да, тем, которые уже можно как-то проверить. Но независимо, конечно, от того, какой будет зима, будет она снежная, холодная, этого мы, конечно, не знаем. Сегодня мы расскажем о том, как можно согреться этой зимой, помогать нам будут в этом наши гости. В общем, как проводить время не банально, весело и интересно, используя. Не лежа на диване. Вот об этом сегодня будем говорить. Начнем. Знаете ли вы, уважаемые телезрители, что такое квазар? Честно говоря, я не очень хорошо училась, наверное, в школе, потому что не знала. Но в помощь Википедия, интернет поэтому. Квазар – это класс наиболее удивительных и загадочных астрономических объектов. По-видимому, это самые мощные источники энергии во Вселенной. И с момента их открытия в 1960 году обнаружено более 5000 квазаров. Мощность излучения квазара иногда в десятки и сотни раз превышает суммарную мощность всех звезд таких галактик, как наша. И вот один такой объект находится, к слову, в Витебске. Я представляю вам руководителя этого космического объекта Виталий Галай. Добрый вечер. Добрый вечер, Ксения. Виталий, ну расскажите нам, пожалуйста, что же такое квазар в Витебске? Квазар Витебский – это совершенно новый объект. Такого есть, наверное, только в Минске такой объект. И сейчас появился и в Витебске. Вот. И нужен он для того, чтобы развлекаться и детям, и взрослым. Ну, тема космическая не просто так затронута в названии. Конечно, не просто так. Квазар, грубо говоря, это такой лабиринт, где все оформлено в стиле космоса, и вы можете себя почувствовать космическим героем, взяв в руки бластер, одев жилет и окунуться вот в космические войны, в звездные войны. А как вообще родилась идея создания такого клуба в Витебске? Наверное же, все началось еще из достаточно известного в городе клуба «Адреналин». Я права? Да, конечно, это так. Квазар является продолжением, как бы развитием клуба внеаренного лазертага. Да? Ключевое слово у нас лазертаг. Внеаренного лазертага клуба «Адреналин». Дело в том, что лазертаг – это достаточно популярный вид активного отдыха. Он интересен как взрослым, так и детям. Вот. И много клиентов у нас, конечно же, это дети. И они приходят отмечать свои дни рождения. У нас такие погодные условия, что приятно это делать летом, весной, там, иногда в сентябре. Но полгода у нас зима, холода, дожди. Вот. И мы знаем, что клиенты хотят прийти, но в связи с тем, что вот не могут, мы решили создать такой вот объект, куда дети могут спокойно прийти, их приводят туда свои их родители, они отмечают там дни рождения, и там сделано все настолько красиво, что когда туда приходят наши гости, первое слово, которое они говорят, это «вау». А я правильно понимаю, что по факту это так и остается лазертаг, просто он немного по-другому оформлен, немного другие задачи, это все так же безболезненно и безопасно, все еще более интересно. Да, это все на основе обычного лазертага. Вот, на самом деле, вот тут есть понятие внеаренный лазертаг и аренный лазертаг. Так вот, для аренного лазертага используется специальное оборудование. Можно играть, конечно, на обычном нашем привычном оборудовании, но это не столько интересно, как Неаренный, как я понимаю, это то же самое уличный, да? Уличный, то есть это в лесу, да, вот, когда уличный, бегаешь, там, это уже то, что, наверное, полигоны, каждый уже попробовал. Да, в принципе, каждый уже да. попробовал, а вот аренный лазертаг – это специальная атмосфера создается. У вас одеваются жилеты, бластер, это все во время игры загорается, все это празднично смотрится. Ну и, конечно, сама атмосфера этого нашего полигона, она, ну, не может быть какой-то банальный и обычный. Да, она просто неординарная. Вот. Поэтому вы когда туда попадаете, играть в эту игру лазертаг, вы бегаете по этому лабиринту, и у вас просто вот счастье какое-то. Счастье, да, радость. Виталий, я предлагаю Ивану, нашего телезрителя, сделать сейчас счастливыми немножечко. Посмотрим вместе видеосюжет, небольшой совершенно, о том, как это выглядит, потому что можно, конечно, много об этом говорить, но лучше один раз увидеть. Поэтому прошу нашего режиссера показать нам сюжет.
Не знаю, как Ваня, ты, а лично мне уже захотелось взять бластер в руки, побегать, пострелять. Вообще, мне, если честно, это напомнило, ну, любимый фильм моего поколения, в крайнем случае, «Гости из будущего». Вот как раз-таки, когда там пираты бегали, и Коля убегал от них, а Алиса... Ну, мне это напомнило «Звездные войны». Я, конечно, ни на что не намекаю, но этот фильм сейчас тоже в тренде. Не могу не спросить, а присутствует какой-то сюжет? Или просто приходят, допустим, дети, приходят люди, желающие поиграть, их делят на две команды, сталкивают, получается? То есть как много сценариев у этой игры? На самом деле сценариев, наверное, больше уже 10. Буквально каждые, наверное, 2 недели выходит обновление этой программы, и производитель добавляет новые сценарии. Но... Конечно же, есть популярные сценарии, которые легко понять детям в первую очередь. Их, наверное, так 5 штучек. Вот, как говорит, и команда на команду. Но там смысл немножечко в другом. Там не просто нужно убить противника, а там нужно набирать очки. И есть монитор, который стоит на ресепшене. И зрители, да, или болельщики, они наблюдают за счетом игры прямо в онлайне. Вот, и смотрят, какая команда как побеждает, лидирует. Вот. То есть задача набирать очки. Это такой самый простой сценарий, когда команда на команду. Также есть другие сценарии, там захват аулов, там каждый сам за себя. Или даже захват флага, у нас такой сценарий есть. Вот. В общем, разнообразие сценариев. Когда приходит к нам клиент, мы загружаем сценариями на все игровое время. То есть мы не даем ему скучать, расслабиться. Ни секундочки. Он... на наше все игровое время что-то получает новую информацию и пробует себя в новом ампло. А вот по поводу игрового времени, на сколько рассчитаны сценарии? Я так понимаю, еще они по длительности, да? Да, конечно. Каждый сценарий у нас где-то 10 минут. Вот. Ну, со всеми перерывами мы сыграем где-то 5-6 сценариев за вот наше игровое время. Это где-то 1.5 часа. А кто вот сейчас откликается больше всего? Кому это интереснее всего, детям или взрослым? Мне даже кажется, что взрослые тоже очень охотно. Взрослым тоже интересно, когда приходят к нам компании, приводят их мамы. И мы говорим, ребят, ну давайте, вот детей там у вас 8, давайте, есть еще свободные жильцы, вместе с детьми поиграйте, это же тоже интересно. Ну, нету ни одного клиента, который говорит, ай, нет, это неинтересно, я лучше там пойду, стол детям приготовлю. Все одевают жилеты, и мамы, и папы, и все бегают с детьми, и им очень здорово. А с какого возраста можно начинать играть? То есть есть какие-то ограничения возрастные? Ну, конечно же, есть. Мы продаем это все от 6 лет. Поэтому ребенок смог одеть жилет, чтобы он не болтался по полу. Вот. Бластеры, они легкие, они всего лишь там весят около 700 грамм. Все, может бежать. А на память что-нибудь можно получить? Ну, я не знаю, например, фотография, когда все в этом обмундировании, да? Это отдельный момент. Мы, поскольку только начинаем, мы хотим распиарить свой клуб. Поэтому мы всегда всех клиентов фотографируем в нашем лабиринте. Фотографии получаются очень такие сочные. Космические. Космические. Ну, просто я уверен, что у наших клиентов нет таких фотографий в своей коллекции. Поэтому мы всех обязательно фотографируем. То есть, получается, в тот момент, когда они бегают... Нет. После, Дело в том, что лабиринт темный, и нужно, может быть, специальное оборудование, да, какое-то очень дорогое. Я просто в этом не разбираюсь, но у меня есть достаточно хороший фотоаппарат. Вот, мы там придумали, как сделать качественные фотографии. То есть мы выделяем отдельно после игры минут там 5-10. Я веду компанию по всему лабиринту. И в самых красивых местах я их там ставлю, позирую. И вот такой фотосет где-то на 10 минут. То есть подарок фотосессия. Ну да, фотосессия, да. И все, мы выкладываем в свою группу ВКонтакте. Ну, Квазар, насколько знаю, еще щедрый и на разные акции. У вас даже дни недели поделены на акции, да? Там вот понедельник – это день семьи, вторник – день школьника. Вот об этом немножечко подробнее расскажите. Да, мы хотим, чтобы не только в выходные дни люди приходили в наш квазар, но и в будни. Поэтому, конечно же, это цены. Делаем дешевле, на процентов 50, чтобы просто, ну, как-то завлечь. Показать, чтобы пришли потом еще не один раз. Пускай приходят, играют просто так, не обязательно какой-то повод. Можно просто прийти, сыграть раунд второй. Почему бы и нет? Ну, а тематические дни не просто так определены. В день семьи, например, да, насколько я понимаю, это скидка именно конечно, это для семье, семьи, которая пришла. Чтобы максимально как бы объять все
как сказать, все категории граждан. Ну вот мне очень интересно, откуда родилось вообще это увлечение лазертагом. Насколько я знаю, Виталий, вы очень активный человек по жизни, ведете активный образ жизни. Я уже даже, опять же, достаточно активный пользователь интернета увидела, что совершенно, наверное, недавно, да, был совершен прыжок с моста. Нет. Уже очень давно. Уже очень давно, но почему-то я это просто до сих пор как... популярное видео все просматривают. Нет, на самом деле очень смело и очень быстро. Я знаю, что обычно люди очень долго стоят, держатся за перила, не отпускают. А там даже сами ребята-организаторы были удивлены. Нет, к экстремальному виду отдыха, наверное, не знаю, с младенчества что-то вот, начиная от лазания до деревьев и заканчивая восхождениями по солидным фаросским скалам высотой там в 300 метров, да? Ну, собственно, появились просто дети, и немножечко уже побаиваешься не за себя, а за детей, за своих. Поэтому перешли в более такие спокойные, еще безопасные, безопасные... Чтобы они не шли не по вашим шагам, а шли в безопасный лазертаг и играли там. Скажите, а у вас есть любимый сценарий вот в этом квазаре? В квазаре? Да, есть. Вы же, наверное, во все уже поиграли, ну, и не по одному разу. Конечно же, есть. И в принципе, он такой же любимый, как и в моем обычном внеарендном лазертаге. Это на выживание. Всем взрослым нравится, но не просто бегать. Это когда один остается, да? Это на выживание, когда тебя убивают, и как бы ты выходишь из игры. Вот. То есть тут уже нельзя бежать там, сломя голову, а нужно подумать, как, что увидеть, спрогнозировать. Вот. А скажите, насколько большой вот этот лабиринт? То есть по видео, то, что мы видели, кажется, что он просто необъятный. Да. За счет этого лабиринта грани стен смываются. Всего-то он, ну как, может даже не всего-то, но это 250 квадратов. Ну это очень приличная это площадь. Приличная. На самом деле для наших компаний, значит, мы предлагаем компаниям до 12 человек, у нас 12 игровых комплектов. Вот на 12 человек он оптимальный. То есть там не тесно, вот, ну и пространства лишнего тоже нет. То есть такой оптимальный размерчик. Все-таки, если речь идет о лабиринте, лабиринты появились для того, чтобы путать людей, для того, чтобы они не могли выйти из этих лабиринтов. Какова вероятность вообще заблудиться в нем? А он большой, как вы сказали. Если вы... Как вы будете спасать, доставать оттуда потом? Вы знаете как, первые клиенты, которые туда заходят, первый раз человек туда заходит, он туда проходит и говорит, да, здесь, наверное, можно заблудиться. Ну, на самом деле, он... Нельзя там заблудиться. Там вот, все если понятно. Вы куда-то пойдете, вы обязательно придете к выходу. Куда-нибудь выйдете. Куда-нибудь выйдете. Тем более, что там есть у нас там большая табличка со словом «выход». Вот, и громкая связь у нас там тоже есть. Поэтому мы, если там кто-то заблудился, мы по громкой связи обязательно скажем, что давайте, ребята, подходите к выходу. Ну и встретим. Ну, еще раз хочу уточнить, что квазар — это также не больно, как и обычный лазертаг, что он такой же безопасный вид игры, как, собственно говоря. Да, точно такой же безопасный вид игры, как и обычный лазертаг, потому что там используется инфракрасный луч. Грубо говоря, это пульт от телевизора, как я всем объясняю. Ну что ж, осталось, наверное, сказать самое главное. Где, куда, во сколько, как можно попасть? Где? Мы располагаемся в торговом центре «Континент» на цокольном этаже. Попасть туда можно, наверное, с 9 утра до 10 вечера. Вот. То есть все спрашивают, до скольки же вы работаете? Можем играть вот до 10 часов вечера. Вот, двери открыты. Ну и в любое время суток, в любую погоду и в любой день недели. А вот, предположим, ну вот хочется поиграть... Ну, ночью, допустим. Загорелся вы откроете его. Двери, включите бластеры и, в общем, наденете жилеты на тех людей, кто к вам обратится, допустим, ну, в необычное время. Хочется что-то тематическое. Мало ли. Такой вопрос сейчас задают первый раз, но я думаю... Это про меня, да. Я думаю, что мы решим эту проблему, потому что для наших клиентов нету слова «нет». Иван, теперь ты обязан просто стать ночным клиентом. Первым после такого вопроса. Это предложение, конечно, очень интересное. Я даже не уверен, что могу по телевизору продолжать как-то шутить по этому поводу. Нужно ли как-то записываться заранее тогда, расскажите? Да, обязательно. Обязательно, да? Нужно. Востребованные аттракционы. Потому что мы открыли квазар, и, знаете, звонки
ну, буквально пошли, так посыпались, можно сказать. Это на самом деле что очень необычно, очень интересно. Да, новый объект, новые ощущения, новые декорации, поэтому обязательно нужно записываться к нам на игру и заранее хотя бы за 2 недели. Вот, потому что выходные дни расписаны. Будни попроще, конечно же, будни легко записаться, а вот если вам нужен такой праздник устроить для детей или для себя в выходной день, то желательно за 2 недели. Ну, еще немаловажный уже такой последний восклицательный знак в разговоре ставим момент, это то, что помимо того, что можно побегать, поиграть, пострелять с бластерами, еще есть, понимаю, какая-то комната, где можно попить чай, там, фрукты какие-то детям. Да, у нас есть одна комната, а сейчас будет уже 2 комнаты, потому что компании идут за компанией. И я вижу, что то есть одни там еще, грубо говоря, жуют пиццу, а вторые стоят уже, ну, когда же они там освободят? Когда же они дожуют? Ну да, и с другой стороны, кто-то хочет чая, а кто-то уже пьет кофе в другой комнате. Мы выходили из этой ситуации, то есть мы сразу там их в лабиринт загоняли, и там инструктажи, все это очень динамично происходило, ну, вроде как нормально. Вот, ну, конечно же, вторая комната нужна, и вот она уже с этих выходных начнет работать. Отлично. Поэтому одна компания спокойненько отдыхает, вторая компания, не мешая первой, заходит и готовится к игре. Ну все, значит, сразу после эфира, Иван, записываемся с тобой, да? Коллег, кстати, пригласим. А у вас там шумно? Вообще крики доносятся? Насколько эмоционально играют? Да, эмоционально. Вы знаете, у нас там как бы вот наш лабиринт и коридор идет. Я вот буквально там бывает выхожу в коридор и думаю, как им там хорошо. Потому что там реальные крики, визги. Все это, что действие происходит под музыку, вот такую ритмичную музыку. Вот. И там такая центрифуга, можно сказать, там творится ай-яй-яй. Даже, Иван, боюсь совместить 2 твоих вопроса по поводу ночных игр и криков. Ну, в общем-то, спасибо большое за интересные рассказы, интересную беседу, за интересное место, то, что у нас появилось у нас в Витебске. Я думаю, что с детьми как раз-таки туда обязательно нужно приходить, да и взрослым тоже корпоративы отмечать, почему нет. Весело, интересно пострелять вот в коллегу, почему бы и нет. Почему бы и нет? Приходите. Спасибо огромное. Ну, а мы продолжаем нашу программу и смотрим, куда же отправился в этот раз Александр Каринман. Всем привет! Сегодня мы находимся на областном соревновании по шорт-треку. Впервые я, честно говоря, для себя открыл такой спорт в плане вживую. Конечно же, я видел. Давайте пообщаемся со спортсменами, со зрителями, узнаем, чем живут ребята, о чем думают. Поехали! Ребята, привет! Да, вы из Витебска? Да! Вы сегодня участвуете или нет? Да! Вы так хоро отвечаете. Ладно, серьезный вопрос, давайте подумаем. Давайте. Смотрите, футбол, футболист. Да. Хоккей, хоккеист, да. Шорт-трек? Конькобежец. Шорт-трекист? Да. А может быть шорт-трекист? Шорт-трековец может. Шорт-трековец? Давайте шорт, это что такое? Шорт – это перевод как короткая дистанция. Короткая, трек, дорожка. Короткая дорожка. Короткая дорожка. Да, а при чем здесь конькобежный спорт? Потому что это пошло от конькобежного спорта. Слушайте, ну а вас кто вообще привел в конькобежный спорт? Родители? Меня сестра. Мама занималась. Меня тренер ко мне в школу пришел. А у меня сестра занималась. Потом... Чем занималась сестра? Расскажи, пожалуйста, подробнее. Ну, сестра у меня занималась конькобежным спортом, а потом меня привела, а потом сама перестала. Сама ушла? Да, сама ушла. Она на замену тебя привела? Да. Уже начали соревнования? Да. Это мужской спорт? Да. Ну, это женский. Скажи, пожалуйста, это мужской спорт? Нет. Женский? Нет. Общий? Да. Ну ты тоже конькобежец? Да. Такая хрупкая девочка конькобежец. А через 10 лет уже не хрупкая будет через 10 лет? Да. А чего, вот, ладно, парни, я понимаю, почему идете на конькобежный спорт, нужно быть быстрыми, сильными. А девчонки, почему идут девчонки? Наверняка познакомиться с такими мальчишками. Нет, наверное, чтобы фигура была. Чтобы фигура красивая была? Или чтобы, допустим, если в темной подворотне кто-то на тебя напал, ты могла быстро убежать, даже когда скользко. Вот. Коньком взять ее по голове, если с тренировки, коньком так. Ксюша, вот я думал, футбол, футболист, да? Хоккей, хоккеист. Шорт-трек кто? Шорт-трековец. Шорт-трековец? Конькобежец. Конькобежец, да? Ну, шорт-трек – это какое-то название иностранное, да? Наверное, я не знаю. Не знаешь, как оно образовалось? Это не главное спортсмену, главное что? Бег. Бег. Ну, не всем. Шахматистам так точно. Там ходьба. Ходьба конем. Слушай, ну у тебя бег, да? Да. Ты сегодня участвуешь в соревнованиях? Да. Тебе нужно побить какой-то рекорд, какое-то время? Ну да, мне главное показать время. Время и главное не упасть.
Ну, ты коньки наточила? Мне тренера сказали, что точить не надо. Не так, но точно. Как они проверяют? Не знаю, они как-то смотрят, что вот на конце лезвия, и вот, как-то вот так вот пальцем проводят. Если палец не порезал, то нормально? Или наоборот? Ну да, наверное. А как вообще соревнования? Не мешают учебе в школе? Нет, вообще не мешают. У меня даже свободное место, свободное время остается от нее. И чем ты занимаешься в свободное время? Ходишь на каток, на массовое катание? Ну, бывает, да. Серьезно? Да, то есть ты ходишь на тренировки, тут катаешься, да. А потом еще в свободное время иногда ходишь на массовое катание. Да. Знаешь, для чего ты хочешь на массовое катание? Я угадаю, хочешь? Чтобы показать, как ты клево ездишь на коньках, не для того, чтобы покататься. Что... Эй, вы лузеры, не умеете, давайте врезайте щитки. Парень, лед там, хватит кататься без льда. Вон лед там. Толкаем. Не едет. Наверняка на ручнике. Обратите внимание, это наказанные детки, которых посадили за стекло. Я шучу. Привет, вот оно, будущее нашей родины в плане конькобежного спорта, конечно. Ну а ты шорт-трековец? Да. Со стажем? Не знаю. Что вы говорите? Шорт-трековка. Шорт-трековка? Шорт-трек. Шорт-трек, да. Шорт-трекер? Эй, шорт-трекер, иди сюда. Слушайте, но вы давно же занимаетесь? Да. Сколько лет? Три года. С рождения, что ли? Нет. Мы только первый. Мы на первое соревнование пришли. Вы сегодня участвуете? Да. А бывает такое, что на шорт-треке появляется клюшка и шайба? Нет. Чего, никто в хоккей не играет во время? Нет. Играю. Ты играешь? Вы зрители, да, или вы в прошлом тоже спортсмены? Болельщики. У нас сын здесь. Сын выступает. Выступает? С какой песней? У него сегодня дебют. Сегодня болеете за кого-то? Болею, да. За внуков. Рассказываете за внуков? Да. Я за внучку болею. А вы за внучку? А вы за двух? За одного внука, а вы? За дочку. За дочку. Ну, слушайте, а как болеют на шорт-треке? Мы знаем, на хоккее кричат шайбу-шайбу, на футболе кричат судью на мыло. Или какие-то кричалки. А у вас какие-то есть кричалки или какие-то лозунги? Мы сегодня учимся только. Мы первый раз, у них первые соревнования, поэтому мы еще... Это вот там они такие самые, вот, да? Да, вот у меня маленькие, вот у меня маленькие. Здесь самые маленькие, вот здесь вот. Вот слушайте, ну мы к ним уже подходили, да. С ними пообщались, они такие довольные, они конечно, так довольны, что у них сегодня такой праздник, что вы их привели на такое замечательное мероприятие, и что вообще вы отдали их в спорт. Это очень правильно. Стартанула еще одна пятерка конькобежцев или шорт-трекеров, или шорт-трековцев, шорт-трекчиков, в конце концов. Нам здесь уже делать особо и нечего. Мы насладились, посмотрели, что ребята горящими глазами и с удовольствием занимаются спортом. А это самое главное. На сегодня все. Если вы хотите, чтобы мы приехали к вам, звоните 6160. Пока. Круче всех, у тебя все получится.
Ничего себе! Покажи им всем! Покажи им всем! Покажи! Кто тут свеж? Нет, ну кто тут свеж? Ничего себе! Покажи им всем, что ты чувствуешь! То самое чувство, когда ты круче всех! Самое чувство, когда ты лучше всех. Ваня, у тебя новая соведущая. Я думал, ты хочешь сделать мне комплимент по поводу того, что лучше всех. Вот. Но, Ксюша, все равно лучше всех ты, поэтому я всегда рад видеть тебя здесь. Спасибо, Ваня. Но я с тобой представляю гостью, очень приятную, красивую девушку, которая нам сейчас и расскажет, собственно говоря, кто были эти милые малыши. Дарья Горошко. Знакомься, Ваня, знакомьтесь, уважаемые телезрители. Это руководитель студии фитнеса и танца «Дариданс». Добрый вечер. Здравствуйте. Даш, так кто были вот эти милашки и один из них красивый парнишка? Да, эти наши детки занимаются в нашей студии уже давно. С начала самого открытия, можно сказать так. Детки очень милые, всегда рады новым танцам, новым постановкам. Занимаются они у нас по направлению эстрадный танец. Такое интересное направление. Микс из современных, скажем так, направлений, в зависимости от задумки нашего хореографа. Нашего хореографа зовут тоже Дарья. Поэтому, возможно, такой заводной танец у них тоже и получился. Все Даши, значит, да. Рецепт, собственно говоря, заводного настроения, да. Это надо, чтобы вас звали Даша. Вот, ну, Ваня, мы с тобой никак. Ну, нужно сказать, что по поводу хореографа, я так понимаю, что вот сейчас, пока детки выступали, хореограф как раз-таки там повторяла все эти движения с не за меньшим запалом. Да, за кадром, конечно, зрители не видели, но с не меньшим запалом, энтузиазмом. Да, я думаю, ей будет приятно это услышать. Раскрыли маленький наш секрет. Ну, Даши, они все такие, знаешь. Веселые, да. Детки буквально недавно на этих выходных прошедших с этим же номером танцевали, был детский праздник организован в торговом центре города Витебска, и с этим же танцем вот они выступали, всем очень понравилось, и они, скажем так, с этим же энтузиазмом, да, выступили здесь еще раз. Они на самом деле подарили нам хорошее настроение. Скажите, как много деток вообще занимается в вашей студии? Ну, с какого возраста? Скажем так, что мы совсем недавно открыли, буквально 2 года мы открылись. Вот, деток пока немного, но присоединяются. Детки наши выступают, а это всем нравится. И поэтому деток становится все больше и больше. Вот. Возрасты абсолютно разные. Мы берем деток от 3 лет, ну и, можно сказать, и старше. Для каждого возраста есть своя группа, свой хореограф, можно сказать, даже направление. То есть разные группы у вас есть, да, разные с разным возрастом? Разные направления. Чуть постарше детки занимаются, можно сказать, такому направлению, как уже хип-хоп, больше еще современнее. Ну, это детки, наверное, те, которые подростки, наверное, это уже, да, к ним. Да, да, совсем подростки. Вот мы сейчас видим фотографии как раз-таки ваших малышей и занятия, которые проходят у вас в студии. У деток практически каждых полгода, можно сказать, проходят открытые занятия для их родителей. И это, собственно, такого, сказать, рода тоже выступление. И вдвойне это ответственнее, потому что смотрят их родители. Самый главный зритель – это их родители, потому что их поддержка бесценна. Вот. И приходят все бабушки и дедушки посмотреть на них. Ну, родителям, наверное, вообще очень нравится, когда ребенок выступает, а если еще хорошо выступает, так вообще замечательно. Да. А за каким направлением танца? Давайте вот немножечко подробнее об этом поговорим. Вот малыши приходят, ну, 3-летки, мне кажется, они еще такие, ну, неуклюжие где-то, да, то есть там 3 прихлопа, 2 притопа, собственно говоря, да, или как-то получается чему-то научить все-таки? Ну да, в силу их возраста, конечно же, таких больших уже постановочных танцев совсем пока что не получается поставить, но тем не менее, Дарья, наш хореограф, разработала программу специально для их возраста, и в такой игровой немного, можно сказать, форме у них проходят танцевальные занятия.
Ну, я так понимаю, что в этом возрасте самое главное научить какому-то чувству ритма, да, наверное, да, детей? Да, да, да. У них там, получается, специально подобранные детские песенки, в которых, можно сказать, так и пропевается. Слова есть определенные, да, и они уже, слушая музыку, слушая хореографа, уже делают определенные движения. Вот. Вы сказали, что ваша студия существует 2 года. То есть уже, наверное, те детки, которые пришли к вам в 3 годика, им уже сейчас 5, ну, а те, кто пришли в 5, им уже 8 и так далее. Вот, кстати, единственный этот парниша, который сегодня вот сейчас танцевал, он с самого нашего открытия. Вот, и держится, молодец, танцует, ему нравится. Обычно мальчишки избегают с танцев. А он держится. Держится, ну, и не приходят, кстати, на танцы, ну, чтобы сразу так изначально. Тут главное завлечь. Как-то. Ну, есть такой момент, да, что всех деток, независимо, мальчик это или девочка, за руку приводит либо бабушка, либо мама, пытается, чтобы они попробовали, что это такое, а потом они сами втягиваются, сами с удовольствием ходят и уже каждый день спрашивают, когда нам на танцы. А как часто, кстати, проходят занятия? 2 раза в неделю, 3 раза? Ну да, можно сказать, по стандартному такому варианту проходят 2 раза в неделю, среди недели и в выходной день. Почему именно такое? Потому что после садика, после школы они не много такие, уставшие. Скажем, очень игривые, уставшие, да, их сложно к процессу, да, к трудовому собрать. А выходной день они, проснувшись, с хорошим настроением, бегут и уже выполняют то, что им говорят хореографы. Даш, вы так с такой любовью, с такой теплотой во взгляде говорите о детях. Это очень, я не знаю, видно ли нашим телезрителям, я это очень хорошо вижу. Ну, наверное, не просто так вы организовали такой бизнес. Вы, наверное, сами любите танец. Вот как у вас появилась любовь к танцу? Откуда все пошло? Вы так сказали, бизнес такой, не люблю это слово, не честно. Слово. Хорошо, давайте не будем говорить. Идея. Танцевальная идея. Поскольку я сама с самого раннего детства танцую, вот, и можно сказать, 12-13 лет протанцевала, являюсь выпускницей заслуженного коллектива Республики Беларусь у нас в Витебске, вот, и поэтому сама... Это Зорька, наверное, да? Да. Да. Да, это Зорька, любимая Зорька. Спасибо Наталье Александровне Чернюк. Всегда пытаюсь найти время сказать ей. Это огромное... Ну вот, есть время. Да, да, отличный повод. Большое спасибо, что она привила нам, своим детям, скажем так, как ученикам. Вот. И эта любовь, конечно же, осталась. И теперь эту радость хочется тоже перенести. И чтобы другие детки поняли, насколько это прекрасно танцевать. Когда есть у тебя увлечение, когда ты знаешь, что тебе действительно вот так вот вечером нужно на тренировку, ты придешь, там другая компания людей, скажем так. Потому что в школе это одни люди, одноклассники, там учеба, там другой совсем процесс. А вечером тренировка, репетиция. Вот, где там другие творческие люди, вот, и там всегда хорошо и радостно. А вот если говорить о более взрослых детях, о тинейджерах, девочки-подростки, да, насколько они с радостью занимаются танцами, насколько им это интересно, опять же, какие направления им интересны? Ну, так сложилось, что если касается вот подростков, да, то почему-то в основном в студии, в такие вот частные, приходят те, которые не занимались с самого детства. Они, у них очень такой, скажем так, нулевой уровень, любители, вот, они приходят, но тоже им нравится, но у них вот больше идет к направлению хип-хопу, ну, на данный момент. На данный момент у нас хореограф больше в этом стиле работает, и поэтому они больше хип-хоп изучают такое направление. А скажите, вот сейчас, получается, учебный год начался, в общем-то, уже прошло довольно-таки большое количество времени, вот выйдет программа, кто-то захочет наверняка влиться в ваш коллектив, можно это сделать вот так вот среди года? В течение года, да. Да, в течение года. Можно. Или нужно будет ждать? Нет, не надо ждать начала опять учебного года. Можете в любое время к нам присоединиться. В нашей студии продуманы для всех направлений такие, скажем, пробные занятия. Понравится, не понравится. Кастинги пока мы никакие не устраиваем. Я только хотела сказать, нужно ли проходить кастинг? Да, ну, думаю, что может потом. Может, и будет какой-то отбор, когда нас будет очень много. На данном этапе мы берем всех. И такой всегда вопрос, у них полненькие, худенькие, всех берем. Приходите, главное, чтобы вы любили танцевать. Хореографы уже вас всего научат. Вот, кстати, мы говорим про хореографов, преподавателей. Скажите, пожалуйста, кто эти люди? Кто эти люди? Это такая компания, команда наша, скажем так, танцевальная. Танцевальные, которые у каждого есть свое образование специальное для, ну, у каждого своего направления, скажем так. Кто-то педагог по образованию, кто-то с физкультурным образованием. Вот, это команда очень таких творческих людей, которые всегда готовы развиваться, которые постоянно, чуть не каждый выходной, ездят на мастер-классы в другие города, в столицу.
вот, за рубеж и обучаются, повышают свой уровень тоже. Другими словами, могут и себя показать, и других научить. Да, да. И оттуда черпают вдохновение для таких танцев. Вы еще увидите. Увидим еще, да. Вот Даша открыла наш секрет теперь, да. Но студия называется не только танцев, но и фитнеса. То есть я так понимаю, что речь идет, видимо, да и девушка достаточно взрослая на плакате, опять же. Вот, то есть, наверное, мы будем говорить о том, что есть еще и взрослые какие-то направления. Это же, наверное, более фитнес-направление, да? Для чего? Для похудеть, для потанцевать, для, не знаю, поднять настроение. То есть, что касается взрослых. Да, основное у нас еще, можно сказать, направление – это фитнес-направление. Mm-hmm. Всевозможные разновидности для коррекции фигуры, для растяжки мышц, для укрепления мышц, вот, для похудения. Mm-hmm. Основная, можно сказать, такая задача, проблема девушек, женщин, которые приходят. Вот. Ну и также взрослые у нас посещают танцевальное направление. Mm-hmm. Тоже кто-то когда-то в детстве танцевал и сидит на работе каким-нибудь бухгалтером и очень мечтает расслабиться, отдохнуть, головой, mm-hmm. можно сказать так, и вечером приходят и с удовольствием посещают наши тренировки, расслабляются и в то же время получают стройную фигуру. Здорово. Ну, я знаю, что очень много направлений, да, есть у вас. Вот у нас есть видео «Зумба фитнес». Давайте мы сейчас посмотрим с нашими телезрителями, mm-hmm. вы потом прокомментируете. Хорошо. Это хорошо? И захотелось прямо лето на этот песочек белый и потанцевать. Да, это замечательное такое направление, называется зумба фитнес. Простыми словами говоря, танцевальный фитнес, совмещение фитнес-упражнений и танцев. Из таких направлений, как латино, реггетон, может быть, даже индийские какие-то там элементы можно включать. Но ими же можно заниматься не только вот в ожидании вот такой хорошей погоды, да, как сейчас было на видео. Наверное, можно. Нет, как-то абсолютно. И в зале тоже можно. В любое время года. И вы знаете, даже процесс зимой проходит намного как-то так позитивнее, что ли, эмоции. Все-таки желание согреться преобладает. Да, 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 да. Люди знают, думают, приходя к нам в студию, знают, что за окном дождь, слякоть, снег, и у них так становится тепло на душе, когда включается сама вот эта вот музыка специальная. Угу. Вот, всем очень так становится веселее. Да, тепло, веселее. Какие еще такие вот интересные направления, может быть, особо востребованные есть? Угу. Очень сейчас востребовано, опять же, для коррекции фигуры. Такое направление, тоже у нас новая программа, новый тренер-инструктор, называется «Супербоди». Угу.
переводя супер тело. Uh-huh. И мы всех призываем к Новому году получить себе суперфигуру. Даже прям к Новому году можно успеть. Да, можно успеть, да. Конечно же, чуть-чуть больше занятий позаниматься. Не два раза в неделю, uh-huh. а хотя бы три раза в неделю. Вот. И к Новому году, в принципе, можно успеть. И в роли Снегурочки выступить уже на каком-нибудь корпоративе. Вот так вот. О, нет, ну, Ксюша, на меня не смотри, я в роли Дедушки Мороза. Там халат все скрывает. Халат, да. На самом деле интересно, да, то есть, а скажите, вот вы сказали 2-3 раза, то есть даже можно выбирать, да, к примеру, двух, как это сказать, два раза в неделю, либо там 3 раза в неделю можно заниматься. Периодичность тренировок. Периодичность, да. Да, ну, конечно же, стандартный абонементик — это 2 раза в неделю, как-то так сложилось, люди у нас так привыкли ходить 2 раза в неделю, но лучше всего, конечно же, мы советуем 3 раза в неделю, чтобы было эффективнее, организм тогда больше может выдержать нагрузки, соответственно, и с дыханием все в порядке становится, потому что поднявшись, ну, к сожалению, мы на 4-м этаже находимся пока что, вот, и поднявшись к нам, иногда, конечно же, они говорят, что у них уже дыхания там не хватает, да, поэтому надо заниматься, заниматься, тогда они будут летать к нам. И на 4-й этаж легче будет подняться. Также есть такое направление для тех, кто не любит быстрых тренировок, скакать, прыгать, кардио не любит, тогда есть чуть поспокойнее такие направления, как стретчинг и пилатес. Это больше на растяжку, тоже на укрепление мышц, но занятия проходят в более спокойном темпе, под спокойную музыку, где можно еще больше, сказать, погрузиться в себя, расслабиться, вот. Но бытует такое мнение, что вот пилатес, там, например, это не способствует там похудению, не способствует какому-то там формированию фигуры. Мне, ну, вот надо, наверное, сейчас тоже об этом сказать, что это совершенно не так, что нагрузка есть и во время занятий пилатеса. Правильно все говорю? Да, вы правильно говорите, потому что наши девушки думают, если у них не выступила жидкость, скажем так, они не мокрые, значит, они плохо поработали. Вот. Это совершенно не так. Когда выполняя упражнения из того самого направления пилатес, если их правильно выполнять, нагрузка идет просто колоссальная. И тоже можно выйти мокрыми и почувствовать, что вы позанимались. Да, позанимались. Как, в таком понятии. Позвольте тогда в продолжении темы, если уж речь пошла о том, что люди потеют на тренировках, да, как-то устают физически, выматываются. Вот там внизу есть написано что-то про свадебные постановки. Спешишь, Иван, подожди секунду, надо закончить, да, со всеми направлениями, это еще не все. Ну давай, а потом обязательно перейдем к свадьбе. Обязательно, актуальная тема просто для человека. Ну, куда же без этого. Так вот, про направление, да, есть еще такое направление, как фитнес-интенсив. Это, наверное, как раз-таки для тех, кто, наоборот, любит очень активненько. Да. Мы сейчас чуть ее, так сказать, модернизировали, вот, и назвали супербоди. Опять же, повторюсь, да, что... то самое... Да, новый инструктор, она прошла обучение буквально недавно, еще очень большое, масштабное в обучении, поэтому готова предложить нашим девушкам чуть другую программу, которая им легче будет даваться, и в то же время там будет и подкачка мышц, проработка всех проблемных зон. Также будет со спортивным инвентарем, скажем так. У нас есть фитболы, утяжелители, гантельки, большой, можно сказать, такой выбор. Можно выполнять различные упражнения. У нас тоже есть видео, как это было уже теперь получается. А вот как это будет, чтобы посмотреть, нужно прийти и посмотреть. Ну, посмотрим, как было. Пожалуйста, покажите нам. Ну что ж, выбор, собственно говоря, на любой вкус, то есть можно и пилатес, можно вот что-то и активненько, ну а тем, кто хочет свадьбу красиво отметить, да, раз уже заговорила. Ну да, как все это... теперь, вот это то, что мы увидели там, в предыдущем видео, сейчас как это все можно надеть свадебное платье, уж объяснить. Да, если у вас...
предстоит такое торжественное мероприятие, как свадьба. Вы являетесь непосредственно женихом и невестой, и вы хотя бы чуть-чуть умеете танцевать, если даже вообще не умеете танцевать, но очень хотите выглядеть красиво, станцевать именно первый свой танец молодоженов, вы можете обратиться к нам, и мы с радостью вам поможем и поставим вам красивый либо вальс, либо такие есть виды, разновидности свадебных танцев, как попури, микс из веселых песенок, очень любит наша пара куражиться. То есть тогда начинается все тихо и спокойно, потом неожиданно меняется зажигать. Музыка, и пошли зажигательные танцы. Либо в какие-то такие направления, как танго, либо можно просто сделать какой-то флешмоб, позвать всех гостей и все вместе потанцевать под зажигательную музыку. Очень пользуется тоже спросом сейчас. Здесь вы уже подстраиваетесь под желание клиента. Абсолютно, да, полностью. Пара сама выбирает музыку, музыкальную композицию, по которой она хочет танцевать. Единственное, что я всегда прошу встретиться заранее с хореографом. На данный момент это со мной, я занимаюсь постановками свадебных танцев. И обсудить музыкальное сопровождение все-таки уже на месте. Потому что порой пары выбирают просто музыку, которая им нравится, которая звучит на радио, но она не всегда подходит именно под танец. То есть вы здесь подскажете. Какое время нужно обращаться? То есть как много времени нужно для того, чтобы, ну, скажем так, научить вот, ну, самых неуклюжих жениха и невесту танцевать, ну, которым очень хочется? Ну, всегда все удивляются, когда звонят нам. Но у меня, наверное, какой-то экспресс-курс получается. 4-5 занятий. И, в принципе, какой-то такой танец может у нас уже получиться. Конечно же, для отработки, чтобы он был совсем идеальный, нужно побольше занятий уже, 6-7 занятий. Но порой парам не надо, потому что... Они любители, вот, и так как они танцуют, это их изюминка, и он по-другому выглядеть уже не будет, даже если понадобится, мне кажется, колоссально много там занятий. А насколько это сейчас востребовано? Востребовано круглый год, и как-то бывает, конечно же, наплывами. То есть прошлый год как-то было тихо, спокойно. В этом году активнее. В этом году, да, опять бурно, все хотят танцевать, все хотят... Вот я, опять же, повторюсь, вот флешмобы сейчас в основном как бы люди ставят, приводят свидетелей, приводят друзей, и мы хотя бы на несколько пар расставляем какие-то, делаем движения, вот, и потом уже гостям проще повторять. А если вот, ну, независимо от того, свадьба, не свадьба, ну, может, просто пара хочет научиться танцевать танго, ну, условно, сами для себя. Мы за все беремся, мы за все беремся, и танго тоже мы с удовольствием поставим. Кстати, буквально тоже недавно к нам обращалась одна организация, у них просто они захотели сделать между собой, скажем так, такой конкурс. Все предприятие разделилось на команды, и каждая команда танцевала какой-то определенный свой танец. Вот. Надо это брать еще будет. На карандаш. Да, это еще будет у них, но танец как бы мы начали уже делать. Тоже интересный такой, я вам советую. Просто новогодние корпоративы очень скоро, поэтому я говорю, что надо брать на карандаш. Очень хорошая идея. Разбить коллектив на команды, и от каждой команды танец. Да, и потом, ну, у них там очень хороший подарок, не буду разглашать, кто победит, и они очень заинтересованы в этом. А вот это тоже хорошая идея, подарить подарок тому, кто лучше всех танцует. Даш, самое главное, куда, когда, во сколько можно приходить, записываться, где находится студия фитнеса и танцев Даридаanс? Самое главное... Подытожу, скажем так, у нас есть пробные занятия, пускай не пугаются, не стесняются, приходят и пробуют. За минимальную стоимость у нас можно попробовать любое направление, в том числе и деток. Можно привести, попробовать и потом уже определиться, определиться, и приобрести абонемент. Стоимость на абонементы тоже очень оптимальная, приемлемая, абсолютно для всех, невысокие. Существует у нас ряд скидок, что немаловажно, для студентов наших всегда. Скажите, а есть ли у вас скидки для тех, кто, может быть, не очень... удачно танцует, кому нужен не месяц, а 4 для того, чтобы выучить основные па. Иван, я думаю, что вам в конце программы мы вам подарим даже сертификат на определенное количество занятий. До конца жизни, бесконечно. Для вас мы подарим безлимитный. Спасибо большое. Да, у нас, кстати, такое тоже предусмотрено. У нас есть девушки, которые занимаются безлимитно, которые ходят нам каждый день и на каждое направление, и сами уже становятся такими универсальными клиентами, которые готовы и фитнес, и танцы заниматься, и фитнесом, и танцем. Здорово. Да. Находимся мы в самом центре города, на улице Замковой, 4. Помещение наше 405, как я уже сказала, на 4-м этаже находится. Но я думаю, что вы с легкостью преодолеете этот путь к нам. В 4 этажа, да. Итак, Замковая, 4, помещение 405. Да, и наш телефон очень простой, 317-19-19. Записал?
317-19-19. Ксения, ну вам прямо сейчас подарю абонементик. Вот так вот. Можно сказать, сертификат. Спасибо большое. На больше занятия приходите. Такое направление веселое, как зомбо-фитнес. А можно с Иваном танго научиться танцевать и выиграть главный приз на корпоративе? Я предупреждаю, долго мы будем мучиться, долго учиться. Очень долго будем учиться. К следующему Новому году можем даже не успеть. Я поняла. Mm-hmm. Я подумаю тогда. Может быть, выберу кого-нибудь из операторов. Они там похихикивают за кадром. Так что подумаем. Приходите, у нас очень весело, а главное, продуктивно, качественно. Мы оказываем услуги, если это услуги уже так мы говорим, да. И тоже буквально недавно наши подростки, я вспомнила, привезли второе место с конкурса. То есть постоянно еще участвуют в конкурсах, тем самым подтверждают и тренера свой профессионализм, и то, что дети у нас действительно обучаются. Ну и детям это очень приятно, побеждать в конкурсах, привозить какие-то призы, дипломы. И тем более выезжать. Это был Российская Федерация у нас. Вот так вот, даже за границу. Да, да, можно сказать так. Ну что ж, успехов Даридансу, успехов вам, Даша, в процветании вашей замечательной идеи танцевальной. Не будем называть это бизнесом, да, раз мы так решили. Вот, танцуйте, поднимайте настроение себе и вашим клиентам, и деткам, это здорово. Ну и в конце программы мы еще увидим танец от студии Даридансу. Ну а пока посмотрим нашу традиционную рубрику «Это афиша». Золотое кольцо Витебска «Двина» приглашает на выставку живописных работ победителей пленэра конкурса «Палитра предвинья» «Посвящение Ивану Хруцкому». Развитие художественного таланта трудно себе представить без пленэрной натурной живописи, позволяющей юным участникам выставки настроиться и обрести бесценный опыт и новый взгляд на знакомые предметы и явления. Ежегодно география пленэра расширяется, а выставка пополняется новыми работами молодых художников из Беларуси, Латвии, Литвы, России и Сербии. Выставка открыта с 10:00. Арт-центр «ВЗЭП» представляет музыкальный литературный перформанс погружения в творчество Иосифа Бродского «Одиночество» или «Человек в квадрате». Многогранная лирика поэта с тяжелой судьбой и невероятно сильной волей прозвучит в гармоничном союзе с музыкальным аккомпанементом от Нины Обуховой, Владислава Меценко и других. Режиссер-постановщик Екатерина Дебаль. Начало в 19:00. В рамках 29-го международного фестиваля современной хореографии концертный зал «Витебск» представит спектакль «Там» на музыку русских песен от Йо Стромген Компани, Норвегия. Зрителей ждет трогательная и забавная история четверых холостяков, переживающих прощание с молодостью. Начало в 19:00. Собственно говоря, на сегодня это все. Иван, нам остается только закончить программу и отправиться учиться танцевать. Ну, давай попробуем, может быть, хотя бы сделать пару па. Собственно говоря, советуем... Не для камеры. Не для камеры, конечно. Советуем всем нашим телезрителям тоже не скучать, не сидеть на диване, вставать, танцевать можно и дома, и под зажигательную музыку вместе с прекрасными девчонками из студии «Даридансс». Вставайте из диванов, на сегодня это все. Пока. Пока-пока.
Ferrari, retarded, no brain, retarded. The hoe, they tired, they missing, I'm sorry. Ferragamo, for a freako, my Caesar's cappuccino. Baby, I'm bigger than Nino, that's your boyfriend, I bet you he knows. Got your girl saying, what to do, foo-foo. Got your girl and my friend do in the tutu. Yeah, she got that $1 million mouth, ooh-ooh. Spins and dying on the beat, say ooh-ooh. She be grabbing on my tootie. She told me smack her on the booty. She said I got too many hoes. She said I got too many shows. But she twerk, 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 but she twerk.